едем. Allora, considera che la moto è sempre stata in garage, eh? Per cui però di che anno è questo qua? Allora questo dovrebbe essere del 98. Del 98. Originale dei carabinieri. Ah. Immatricolata nel 2011, perché l'ho presa da un amico. Immatricolata nel 2011. Sì. A due posti. Okay. Perché prima la immatricolazione era un posto, i carabinieri hanno tutti immatricolazione a un posto. Ah. Questa è stata immatricolata a due posti. Что говорите? Ну, короче, этот место, потому что это раньше карабинеровский был, да? Карабинеровский на одном месте, да? Потом он в 2011 году сделал двухместный и переписал на себя. Очень круто. Ну. А мы можем вытащить его, завести? Possiamo tirare fuori, perché siamo interessati, per mettere in moto almeno. Allora, guarda, in moto c'è un problema sul motorino d'avviamento. Avviamento, sì. Ah. Dimmi. Non attacca bene. Non attacca bene. Sì. Ah. E resta perfetto. Bendix, короче, прокручивает. Guarda, прокручивает. Он не схватывает, понимаешь? Ладно. Может, аккумулятор просто севший? Аккумулятор севший. Когда посадишь, да? Знаешь, как бывает, нахуй? Ну. Бендикс накрылся, нахуй. Он дрынь, и все, впустую. Может, двигатель заклинишь? Давай стукач, а? Не, ну если двигатель заклинишь, зачем он мне нужен? Нет, двигатель заклинишь, конечно, не нужен. Ну, а как я узнаю? Давай хотя бы... Он с корбуля, нахуй. Корбунем сейчас, нахуй. С корбуля? Mm. Какого корбуля? Напрямую? Да нет, просто. Какие корбуля, блядь?